Время 8:10. Вступили на свою любимую тропу здоровья и пошли. Все на месте. Все как есть. Речка, соловьи. Слышится кукушка. И жена мне говорит о любви на ушко. Понюхаем сирень. Хорошо. А травы все выше. Все зеленее. Хорошо, обилие природных звуков как-то гармонизирует наши потребности в какой-то именно природной гармонии. То есть должно быть какая-то палитра всего для того, чтобы наша, так сказать, душевная составляющая получила все нужные частоты, энергии, оттенки, и этим обогатилась.